Незаконный бизнес по-измайльски. Сотрудники областных управлений УБНН и СБУ в ходе оперативной отработки пресекли деятельность преступной группы. Четверо жителей Измайльского района пытались продать большое количество опасного отравляющего вещества ртути, оборот которой строго регламентирован. При попытке продать металлический контейнер, в котором находилось 25 килограмм ртути, было задержано четверо безработных жителей Измаильского района. По данному факту ведутся дополнительные проверки. Сотрудники милиции устанавливают источник поступления ядовитого вещества. Изъятый контейнер с опасным металлом передан на хранение в областное местное управление МЧС. Неудачливым дельцам грозит до 8 лет лишения свободы.